Мечта любого огородника – вырастить огурцы, устойчивые к болезням. Можно сказать, что огурец на огороде есть у всех. Это один из самых любимых овощей. Его и солят, и маринуют, и в супы, и окрошку кладут. Только вот чтобы вырастить его и ни разу ничем не обработать от болезней – великая удача. Ведь заболевания могут все наши труды перечеркнуть в один миг. И одно из профилактических мероприятий, которое направлено на защиту огурцов от болезней, является приобретение семян, сортов и гибридов огурцов, которые устойчивы к различным заболеваниям. Если сажать болезнеустойчивые сорта огурцов, то урожай будет больше. Среди таких сортов и гибридов есть партенокарпический гибрид Шпингалет F1. Он относится к числу среднеспелых, отличается устойчивостью к ряду заболеваний, характерных для данной культуры, например, к вирусу обыкновенной мозаики, к нескольким разновидностям мучнистой росы, к кладоспориозу. В основном дают растения с женским типом цветения. Формируются цилиндрические зеленцы с мелкобугорчатой белошипой поверхностью, по 3 в каждом узле. Достигают они длиной 7-10 см. Первая партия будет готова к сбору через 50-55 суток с момента проклевывания всходов. Средняя масса огурчиков составляет 85-95 грамм. Еще один гибрид – огурец «Ласточка» F1. Это также пчелоопыляемый гибрид для открытого грунта и весенних парников. Появился на рынке менее 10 лет назад, но сразу завоевал популярность. Основное преимущество этого сорта – устойчивость к заболеваниям и высокая урожайность. Так, этот сорт дает в 2 раза больше огурцов, нежели другие сорта. Размер зеленца 10-12 см, масса 95-130 грамм. Гибрид хорошо переносит понижение температуры и устойчив к комплексу болезней. Отличный как в консервации, засолке, так и в свежем виде. Продолжительность периода от всходов до урожая 42-45 дней. Плоды очень долго не желтеют, и горечь у таких плодов отсутствует. Огурец Бенефис F1. Самоопыляемый гибрид от всходов до плодов 45-50 дней. Средний размер плодов, вес не более 100 грамм, длина 12 см. По плоду частые мелкие шипики белого цвета. Огурец очень вкусный, крепкий, хрустящий, сладковатый, без горечи, очень ароматный. Универсален, подходит как для салатов, так и засолок и маринования. Гибрид устойчив к корневым гнилям, кладоспориозу, вирусу огуречной мозаики, а также к мучнистой росе. Огурец – конкурент. Старый, проверенный временный и дачниками пчелоопыляемый сорт. Одно из основных преимуществ этого сорта – высокая урожайность. Не относится он к ранним сортам, срок созревания 43-53 дня. Черношипый, крупнобугорчатый зеленец отлично подходит для засолки. Сами плоды овально-округлые 10-14 см. Устойчив к таким заболеваниям, как мучнистая роса и вирус бактериальной пятнистости. Огурец «Мальчик с пальчик» F1. Очень популярный у дачников и огородников гибрид с женским типом цветения. Плоды завязываются без опыления. Гибрид скороспелый, первый огурчик можно собрать на 39-й день после посева. Сами плоды небольшие, как раз такие, какие нравятся любителям корнишонов. Длина всего 11 см, а вес 50-60 грамм. На вкус они отличные, очень хороши в салатах, заготовках, подходят для консервирования и засолки. Гибрид также устойчив к целому комплексу заболеваний – к оливковой пятнистости, пероноспорозу, мучнистой росе, огуречной мозаике. Огурец «Муравей» F1. Очень популярный гибрид среди огородников. Во-первых, это огурец ультраскороспелый. 35-39 дней с момента появления всходов до урожая. Во-вторых, любят такой гибрид за его высокую урожайность. Плоды до 12 см растут пучками, в каждом от 2 до 7 завязей. Урожай тем больше, чем лучше освещенность. Хорошо переносит небольшие похолодания. Растение само среднеплетистое, компактное, подходит для небольших тепличек и парников. Сорт этот устойчив к оливковой пятнистости, а также к ложной и настоящей мучнистой росе.
Гибрид Маши F1 не менее популярный, чем муравей, самоопыляемый гибрид, такой же ультраскороспелый, очень урожайный огурец корнишонного типа. Хорошо переносит небольшое похолодание, противостоит мучнистой росе, а также оливковой пятнистости, но урожайность может снизиться, если сокращается естественное освещение в конце лета. Огурец Мурашка F1. Это гибрид скороспелый. Урожай начинаем снимать уже через 42-45 дней после посева. Довольно урожайный. Пчелы для опыления гибриду не нужны, так как он относится к самоплодным. Мурашка F1 – среднее рослое растение. У него мало образуется боковых побегов, зеленцы сами с черными шипами, крупнобугорчатые. Длина плодов не превышает 8-12 см. Огурцы этого сорта никогда не бывают горькие. Такой гибрид можно выращивать в закрытом грунте, теплицах и парниках, а также в открытом. Но самое главное, гибрид Мурашка F1 устойчив к настоящей и ложной мучнистой росе – пиронаспорозу. Огурец-родничок F1. Давно известный гибрид выращивается огородниками с 70-х годов прошлого века. Срок созревания 40-48 дней. Это пчелоопыляемый гибрид, растение высокорослое, длина плетей достигает до 3 метров. Плети хорошо ветвятся, а завязи формируются пучками. Плоды выровненные, со слабо выраженными бугорками, с черными шипами, длиной не более 12 см. Горечи никогда не бывает, очень долго такой сорт сохраняет товарный вид. Довольно стойк этот гибрид к самым опасным заболеваниям – оливковой пятнистости и антракнозу. Огурец секрет фирмы F1. Отличительной особенностью этого сильнорослого гибрида является теневыносливость. Зеленцы сами цилиндрической формы с крупными бугорками, белошипые, длиной 14 см. Первый урожай собирают уже через 40 дней после всходов. Устойчив к таким заболеваниям, как вирус огуречной мозаики, кладоспориоз, мучнистая роса, и также частично устойчив к ложной мучнистой росе, пиронаспорозу. Конечно, список огурцов, которые устойчивы к различным заболеваниям, довольно велик. Есть другие, не менее устойчивые и не менее урожайные, чем эти. Ведь селекционеры создают с каждым годом все новые и новые. Спасибо вам, друзья, за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!